Здравствуйте, я расскажу вам о счетном материале, зачем он нужен и что это такое. Вот эти вот игрушки – это счетный материал укладки. То есть счетный материал, который находится в такой вот шкатулочке, что делает удобным хранение этих вещей, потому что, например, здесь вот такие вот мелкие желуди, их 15 штук, и если бы они у вас так просто хранились, они бы растерялись по всей детской комнате. А вот в такой шкатулочке его хранить удобно и компактно. Маленькие дети, даже младшие школьники, вы, наверное, много раз видели, любят считать на пальцах. И на самом деле это им нужно, и эту стадию нужно пройти. Для ребенка дошкольного возраста число – это абстрактное понятие, которое он не в состоянии осознать, когда мы просто объясняем это на словах, а ему нужно учиться считать на каких-то предметах, соотносить количество этих предметов и цифру, число. Игры с счетным материалом как раз позволяют это сделать. Давайте рассмотрим поподробнее укладку желудь. Это вот такой вот дяденька желудь в пальто. И в одной руке у него палка с узелком и веселая гусеница. Другая рука у него в кармане. А внутри 15 желудей. И у каждого на шляпке какое-то изображение. Вот улиточка, червячок, божья коровка, листочек, есть пчелка. Как же можно играть с счетным материалом? Во-первых, можно просто эти вот желуди пересчитывать. Их тут 15 штук. Можно начинать считать там хотя бы сначала до 3, потом до 5, потом до 10 и до 15. Кроме того, здесь на каждом желуде на шляпке разная картинка. Можно посчитать, сколько желудей с листочком, сколько желудей с улиточкой, сколько с жучком, сколько с червячком. Дальше можно играть в разнообразные игры. И для ребенка дошкольного возраста обучение счету, оно должно происходить в игре. Так им это наиболее понятно и лучше всего усваивается. Вот, например, гномик. Однажды осенью пошел гулять в лес. Взял с собой корзиночку и нашел желуди. Раз желудь, два желудь, три желудь. 4, 5. 5 желудей нашел. Пришел домой. Было у гномика 5 желудей. Потом приехала машина и привезла ему еще 2 желудя. Гномик взял желуди и положил в корзинку. Сколько теперь у гномика желудей? И опять мы будем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Очень важно, чтобы ребенок пересчитывал какие-то предметы, при этом на каждый предмет называя одну цифру, потому что часто дети заучивают счет до 10 просто как считалочку и не осознают его смысла. А потом к гномику зашел его друг большой гном. И маленький гномик большому подарил 2 желудя. Сколько у него осталось, опять можно посчитать. А вот такие вот замечательные игрушки, счетный материал в укладках, помогут сделать обычные игры вашего ребенка развивающими. Играя в такие игры, ваш ребенок будет развиваться интеллектуально, будет прекрасно готов к школе. Кроме того, игра вот в такие развивающие игры и участие в играх с ребенком – это возможно для родителей построить хорошие, позитивные отношения с ребенком и уделить ему нужное внимание. Вот такие вот замечательные игрушки, счетный материал в укладках, помогут сделать обычные игры вашего ребенка развивающими. Играя в такие игры, ваш ребенок будет развиваться интеллектуально, будет прекрасно готов к школе. Кроме того, игра вот в такие развивающие игры и участие в играх с ребенком – это возможно для родителей построить хорошие, позитивные отношения с ребенком и уделить ему нужное внимание.